Медоед Стоффл из национального парка Крюгер не хочет жить в вольере, поэтому он постоянно ищет способ выбраться из него, чтобы терроризировать остальных обитателей парка. Один раз даже чуть не выпустил на волю львов и покусал носорога. Ему подселили самку, чтобы он не сбегал, но он научил ее своим хитростям, и они начали сбегать уже вместе, в два раза быстрее. Даже двойные задвижки, замотанные проволокой на воротах, не помогали. После того, как дверь закрыли на замок, Стоффл прокопал подземный ход под забором. В итоге его поместили в бетонный алькатрас с углубленным фундаментом. Но зверек использовал ветку как лестницу и покинул вольер. После зачистки вольера от веток, медоед начал использовать камни для побега. Работники убрали и камни, но Стоффл использовал клубки земли вместо камней. Медоед пока не придумал, как справиться с электрооградой. Но думаю, для этого гения это просто дело времени.